ничего. И Саша-то разбудил, он говорит, ты что делаешь? Я говорю, лежу. Ну ты попробовала записать? Я не стала записывать. А когда пришел? Тоже не. А пришел, это он все время со мной рядом. Как я буду его это записывать? Просто держи в руках. Он же держит в руках телефон. Да я думала, что он еще едет, а он, оказывается, уже это звонится. Я думала, ты вернулся. Ну вот. А я капусту набираю там на балконе, там в эту вазочку-то. И поставила всю вазочку там на балконе и пошла открывать. Это открыла, говорю, ой, я, говорю, сейчас я руку вымою, говорю, я там капусту это накладывала в вазочку. Ну и все, он стал сразу раздеваться это. И деньги отдал, этот конверт мне. Пошел, руки помыл. Я говорю, будешь кушать или чего ты хочешь? А ничего не хочу пока. Еще на балкон вышли, он посмотрел там на мост очередь. Я не знаю, как отсюда уезжать. Я говорю, ну а как ты приехал? Через Блюхера, говорит, ехал. Ну, наверное, тот же, говорю, обратно, потому что туда-то есть, вот после этого, где развилка-то вот эта, виадук-то, там есть поворот туда, на этот,